Американцы платят Зеленскому из своего кармана по своей воле. Смотрим подробнее. Как вы видели, Зеленский прибыл в Вашингтон попрошайничать и требовать. Это как гость, который не хочет уходить. Пока мы его терпим, он будет просить все больше и больше. Ваши денежки – нет благотворительности. Это инвестиция по глобальной неопасности и демократичности, которую мы держим по соответственному пути. Итак, лидер иностранного государства, одетый в потник, заскакивает в Конгресс США и начинает требовать деньги. Его цель – убедить людей, которые уже дали ему десятки миллиардов долларов ваших денег. Это не благотворительность, это инвестиция. Серьезно? А какова прибыль? И, кстати, в чем смысл? Какова цель? Какие основания? Вогнать Украину в невиданные долги? Быть врагами постсоветской России? Нет, нет и нет. Что мы выигрываем? Зачем это нам? Почему с нами в нашей стране так разговаривают? Мы что, так себя ненавидим?